Добрый день. У нас тема «Государство и биткоин», правильно? Да. Ну, мы с вами находимся в эпицентре, я думаю, вы это уже знаете. Только тут ситуация, как со старой поговоркой «секс в Советском Союзе». Вот, его вроде бы и нет, но дети рождаются. Так и в Украине. Биткоина вроде бы нет, а он как бы ходит по стране, все о нем говорят. В самолете летишь, вокруг тебя все только это и обсуждают. Спускаешься там в метро, там тоже обсуждают. В пробках стоишь, что-то рядом проезжает, тоже обсуждают. Ну и так далее. Поэтому нужно признать, что он уже есть. И теперь вопрос, что мы с этим делаем. Первый вариант – это ничего не делать. Да, это вот привычная практика нашего государства – ничего не делать. Уже не проходит. Мы уже видим наоборот. Очень бурная деятельность у нас. Вот, ну, назовите какой-то орган, который еще не занимается вопросом биткоина. Уже все. Кабинет министров занимается, силовики занимаются, Верховная Рада разными департаментами занимается, Министерство финансов – да, Национальный банк – да, Комиссия по ценным бумагам – да, Агентство по электронному урядованию, да, занимаются, да, но они, кстати, самые эффективные пока, у них есть результат. Поэтому говоря об этом все, но, к сожалению, мало кто в этом что-то понимает. Вот это самая большая проблема. Слава богу, у нас уже достаточно часто проходят конференции, поэтому уровень потихоньку растет, но еще, к сожалению, недостаточно. Поэтому что будет происходить дальше? Нам в любом случае нужно определить статус, потому что пока у нас статуса не будет, мы как были на уровне физлиц, мы сейчас говорим про майнинг, мы говорим сейчас про обмен криптовалюты на гривну, на доллар, неважно. Оно как было на уровне физиков, так и останется. Это не бизнес, это хобби. Мы уже давно, большинство крупных игроков уже переросли этот этап, когда это хобби, уже хочется расти дальше. Но мы не можем расти дальше, пока нет статуса. Почему? Потому что пока нет статуса, мы не можем прийти в банк и открыть банковский счет. Почему? Потому что он скажет, так биткоин – это непонятная сущность, нам Нацбанк еще ничего не разрешил. Дальше. Нет возможности, как платить правильно налоги. Налоги платить надо. Как ни крути, это суть государства. Собирать дань, собирать налоги. Как их платить? Если нет статуса, что это? Это товар, это услуга, это акция, ценная бумага, это деньги, это валюта. Вариантов множество. Поэтому пока мы не определили, ничего не будет. И тут нужно сказать, что это уже наша проблема. Я говорю присутствующих здесь, потому что мы уже понимаем больше о биткоине, чем государство. То, что мы стояли долго и ждали, и теперь у нас уже Верховная Рада там свои версии выдвигает, Нацбанк, слава богу, пока без резких движений и так далее. Поэтому теперь следующий шаг делаем опять мы. Создаем саморегулируемую организацию, в которую входят игроки, которые уже имеют бизнес на территории Украины. И дальше мы по принципу, как это работает в той же Швейцарии, в той же Англии, в тех же Штатах, определяем правила игры. Опять-таки у нас есть консультанты международные, у нас есть эксперты из банковской отрасли, у нас есть технические специалисты, у нас есть игроки. И мы сами определяем условия, что это такое, как его нужно или не нужно регулировать, как защититься от силовиков или наоборот где-то им помочь, чтобы они нас не трогали. Вот сейчас мы заняты именно этим. То есть объединяемся для того, чтобы был единый центральный негосударственный орган, который мог бы ответить на все профильные вопросы. Потому что сейчас я вижу, что все плавают. Нам надо